РН «Нягань-Нефтегаз» за повышение престижа рабочих профессий. Предприятие в 21 раз провело конкурс профессионального мастерства. Среди участников представители основных рабочих специальностей в нефтяной отрасли. Геологи, операторы по добыче нефти и газа, лаборанты, машинисты, электромонтеры, сварщики. Об этом сюжете Евгении Самойловой. Труба нормальная, дефектов нет. Сколько швов на металле сделал за свою жизнь, Алексей Чернышов не подает со счету. В профессии более 30 лет. Сейчас он важное звено в группе сварщиков предприятия РН «Нягань-Нефтегаз» и один из претендентов на звание «Лучший по профессии». Производство с огнем выбрал еще в молодости, до армии. Это как училище, и так же и пошло. После армии уже пришел сюда на север. Дмитрию Романову 33. Специалист молодой, но целеустремленный. Поэтому конкурса профмастерства не побоялся, а наоборот расценил как доверие, оказанное наставниками. Их не подвел, с заданиями заменить манометр на выкидном трубопроводе справился. Данное задание не было сложным, так как каждый день мы сталкиваемся с подобным. А участие в конкурсе дает мне реализацию себя как специалиста, ну и также, конечно, денежное вознаграждение. В конкурсе, где в мастерстве состязаются профессионалы, все решают детали. Недочеты, штрафные баллы, за новаторские предложения, дополнительные очки. И главное, неукоснительное следование золотым правилам безопасности компании «Роснефть». Первоочередное, значит, внимание, акцент – это на безопасности выполняемых операций, последовательности и согласовании данных работ со всеми заинтересованными службами. Корпоративный конкурс «Лучший по профессии» на предприятии РН «Нягань-Нефтегаз» проводится ежегодно с 2000 года. На этот раз 47 человек состязаются в 11 номинациях. В каждой предусмотрен как теоретический блок, так и практический. С учетом того, что у нас в округе и в целом по России ковидные мероприятия и ограничения соответствующие еще не сняты, мы в этом году формат конкурса немножечко изменили. Очень растянули его во времени с 2 до 7 дней и разграничили, разобщили персонал, то есть минимизировали количество, несмотря на то, что это одна номинация, разделили на несколько дней теорию и практику. Став лучшим на родном предприятии, есть шанс стать победителем среди всех дочерних предприятий «Роснефти». Межрегиональный конкурс на этот раз состоится в июле. Мастеров нефтегазового дела будет встречать гостеприимная Уфа. Евгения Самойлова, Николай Чащин, «Вести», Югория, Нягань, Октябрьский район.